Здравствуйте! Пришло время подумать, как можно защитить сладкий виноград от летающих и ползающих любителей полакомиться соком этой сладкой ягоды. Прежде всего, это защита винограда от ос и муравьев. Укрывать грозди винограда я буду в мешочке, который сам шил в зимний период времени. Желающие посмотреть видео, как самому шить мешочки из сетки любого размера, можно по этой ссылке, которая показана вверху. А теперь мне предстоит эти грозди винограда спрятать в мешочки, которые сохранят их от повреждения осами или другими насекомыми. Укрываем их хорошенько. Мешочки хорошо на тесемочках. Быстро они завязываются. Затянул на бантик. И все. У нас вот так гроздочка завязана. Это сорт винограда Лора. И она сейчас набирает сахарист. То есть она сейчас сладкая, больше 20 сахаров не накоплено уже. Но она еще будет слаже. И все остальные виноградные гроны буду сейчас укрывать таким способом. Чтобы любители сладости, осы или птицы не достали ее. И так продолжаю укрытие их. Все, работа проделана по защите виноградных гроздей от ос. В основном это я пока сейчас закрыл. Сорт винограда Лора. Он пока набрал сахаристость и набирает еще. Он сладкий. Кеша талисман еще такой кислотность есть. Там ее не трогают осы. И, соответственно, донские зори на этом ряду тоже. Они вроде бы и сладкие, но они кисло-сладкие. По сравнению с ними Лора сладкая. Посмотрим, если они перейдут на другой сорт винограда, буду идти так же самое укрывать, как и эти. Частичная защита виноградных гроздей от ос произведена. Кто желает получать известия о добавленных мною новых интересных и полезных видео, то подписываемся на мой канал. Всем желаю богатых урожаев. До свидания.